Привет, друзья! Если вы хотите, чтобы Яман вернулся к Сехер, а также если вы хотите, чтобы любовь Сехер и Ямана продолжалась, давайте нажмем кнопку «Нравится» и посмотрим наш номер. Как Яман отомстит Сехер? Поймет ли Яман, что Сехер невиновен? Простит ли Сехер Ямана, когда правда выйдет наружу? Останутся ли факты скрытыми? Здесь я отвечу на все ваши вопросы, друзья. Давайте сразу перейдем к новому эпизоду сериала «Доверенное». В новом эпизоде сериала «Доверенное» Яман наконец находит Сехер. Яман хочет отомстить Сехер, потому что Яман спрашивает у Сехер цену его предательства. Сехер также возвращается в особняк из-за своей любви. Яман также заставляет Сехер пережить самые болезненные дни в особняке. На самом деле Яман так и не оправился от травмы, которую пережил в детстве. Любовь Сехер никак не могла решить эту проблему. Другими словами, Яман так и не смог преодолеть проблему незащищенности. Хорошие прожитые дни ничего не изменили в Ямане. Вот почему Яман доставляет Сехер тяжелые дни каждый день. Кроме того, факты не выходят в течение длительного времени. Правда может и не выйти наружу. А именно, любовь Сехер и Ямана возвращается к началу. Сехер с трудом преодолевает стены Ямана. Эта месть снова превращается в любовь. Сехер преодолевает стены Ямана с любовью и усилиями. Джанан и Зухаль продолжают все свое зло в этом процессе. Зухаль думает, что сможет заполучить Ямана. Джанан также планирует жить в достатке со своим возлюбленным. Но неожиданно правда всплывает наружу. Яман узнает об угрозах Джанан. Кроме того, Яман узнает, что Сехер от всего отказался ради него. Вдобавок ко всему, Яман снова сожалеет. Затем Яман понимает, что Сехер любит его больше всего на свете. Яман немедленно хочет извиниться перед Сехер. Яман снова хочет завоевать сердце Сехер. На этот раз Яман пытается исправить психологию Сехер. Когда Сехер прощает Ямана, эта любовь снова восстает из пепла. Подобно Фениксу, любовь Сехер и Ямана восстает из пепла и становится легендарной. После этого для Сехер и Ямана наступают счастливые дни. Волкан также использует все свои средства, чтобы найти Есимин. Потому что Волкан хочет заполучить Дуйгу. Но Дуйгу влюблен в Али. Поэтому никто не может навредить любви Али и Дуйгу. Конечно, на какое-то время для Али и Дуйгу начинается сложный период борьбы. Несмотря ни на что, Али и Дуйгу преодолевают это испытание. Кара и Ибрагим поправились. После этого для Кары и Ибрагима наступают дни, наполненные любовью. На самом деле Ибрагим и Кара скоро поженятся. Считаете ли вы, что Сехер должен дать шанс Яману? Я буду ждать ваших комментариев ниже. Посмотрим, что вы думаете об этом. Мы подошли к концу этого раздела. Друзья, чтобы увидеть больше видео, не забывайте подписываться, ставить лайки, включать уведомления и оставлять свои комментарии. Берегите себя и увидимся снова.